Привет всем любителям цветов! Сегодняшний выпуск экстренный и короткий. Вот что я обнаружила на своих любимых флоксах. Посмотрите внимательно. Это первые признаки мучнистой росы на флоксах. Вот не скажу, чтобы были дожди, что я их тут заливаю, но по всей видимости из-за того, что здесь загущенная посадка, и такое влажное место, и тенистое в основном. После 4 часов тут уже тень. Поэтому, видимо, здесь уже появилась мучнистая роса. Ни в коем случае нельзя упускать этот момент. Если пропустите вот эту вот начальную стадию и не обработать химикатами нужными, то все флоксы и близлежащие растения также могут поразиться этой заразой. По-другому я ее назвать не могу. На моем канале «Калейдоскоп домашних дел» есть очень хороший видеоролик о борьбе с мучнистой росой. Там я рассказываю о препарате, который моментально убирает все эти признаки мучнистой росы. Вот она, смотрите. Она даже на траве есть. Так что, дорогие мои зрители, я пошла разводить препарат. Сейчас скажу, какой. Вот я порылась в своей садовой аптечке и нашла вот такой препарат. Теовид Джет от болезней. Здесь американская мучнистая роса, Ей можно пользоваться как на винограде, яблоке, груши, смородине, черный, крыжовник, роза открытого грунта, то есть для цветов. Один пакетик на 10 литров воды. Смачиваем обильно листья из пульверизатора, из опрыскивателя, из чего угодно, хоть веником, но обязательно нужно провести обработку. Ну, что сказать, причина мучнистой росы – это загущенная посадка, холодные ночи и повышенная влажность. Одна из причин у меня здесь – это загущенная посадка. Флоксы так вот сажать нельзя, да еще плюс к этому у меня здесь трава. Если нет загущенной посадки, то вот сегодня утром только еще не было этой заразы. Здесь совершенно открытое пространство, и вот, пожалуйста, распространение уже началось. Вот при внимательном рассмотрении вот этой моей плантации флоксов я здесь пока еще не наблюдаю. Так, собачки меня приветствуют. Здесь ничего такого нет. Нет, вот, пожалуйста, видите? Вот они, эти белые точки. Это и есть уже начало мучнистой росы. Так что не откладываем обработку, а обязательно начинаем обрабатывать флоксы прямо вот как только зайдет солнце. Препаратом нужно пользоваться после того, как уйдет солнышко, и обязательно в сухую погоду. Ну, конечно, если мы опрыскаем и пойдет дождь, то вся работа на смарку. Нужно обязательно выбрать такой вот, чтобы было сухое и безветренная погода для обработки флоксов. Будьте внимательны, дорогие мои цветоводы, особенно те, кто ездит на дачу раз в неделю. Можно даже не дожидаясь появления вот этой вот заразы, предварительно опрыскать растения от мучнистой росы. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Начинаю обработку, борьбу с этим неприятным, но вполне себе преодолимым заболеванием мучнистая роса.